Благотворительность? Черт. Я... Здравствуйте, мистер Карпентер. Мистер Рид, добро пожаловать. Я сейчас занят, но, надеюсь, скоро мы сможем поговорить и выпить вина. В последнее время это роскошь. Вино или время? Ладно, не буду вас задерживать. Как вы, Грэм? После того, что случилось с Брутом... Пожалуйста, давайте не будем об этом. Мой отец... Если вы хотите его видеть, то он наверху. Спасибо, что вытащили меня из тюрьмы. Я оказался в сложной ситуации. Ерунда, Чарльз. Как я понимаю, вы все еще под подозрением. Милтон Пирс утверждает, что видел, как вы убили Вандерберга. Я его не убивал. Я вам верю. Это на вас совсем не похоже. Даже если бы вы с Йоханнесом что-то не поделили... Я бы так не поступил. Вот именно. Рид, я вам верю. Но полицейским нужны доказательства. Если вы не найдете настоящего преступника, я ничего не смогу поделать. Но у Карпентеров есть связи в полицейском управлении. Когда у вас будет алиби, просто дайте знать моему управляющему. Что вы знаете о Милтоне Пирсе? Довольно влиятельный политик. Не боится вести грязную игру. Я недавно читал его интервью в «Вестях Окмонта». Не знаете, где его можно найти? Где-то в Рид-Хайтс. Боюсь, больше ничем помочь не могу. Еще раз спасибо, мистер Карпентер. Мне пора. Вот, возьмите. Можете смело им воспользоваться, если у вас опять возникнут проблемы. Берегите себя, мистер Рид. Я отложу бутылочку вина. Откроем ее, когда все закончится. Thank you.
Нельзя было оставлять это здесь. Запах крови. Мистер Рид, скажите, вы хотели бы увидеть... Сложно сказать. Тема как... Что ж, тогда у вас в городе столько всего происходит, и люди должны... Хм. Ладно. Что на этот раз? Морские чудовища нападают? Это уже никому не интересно. Нам нужно... У редактора есть свежая зацепка, может, зайдете к нему? До встречи. Береги. 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 У этого парня руки в... Похоже, он очень серьезно... Он что, собирается стать государем Окманта? Пустая, как... Здесь кто-то очень... Здесь явно держали грязную... Знакомая форма.
кровь! Так и хлестала, Роберт! Ай, да где же этот дурацкий галстук? Убери это с глаз долой, Роберт! Пора во все. Кровь! Так и хлестала, Роберт! Ай, да где? Убери это с глаз долой, Роберт! Милтон Пирс вернулся домой весь в крови. Он приказал дворец... Нельзя было оставлять это здесь. Запах крови. Пустая, как... Здесь явно держали грязную... Знакомая форма. Похоже, он очень серьезно... Добрый день, мистер Пирс. Не ожидали меня увидеть? Как вы здесь оказались? Вы должны быть в тюрьме. Меня вытащили друзья. Успокойтесь, я просто хочу поговорить. Ну, ладно. Я вас слушаю. Зачем вы обвинили меня в убийстве? Что мне? Надо было молчать? Моего друга убили. Почему я должен закрывать глаза на это? Вы видели убийцу?
кто это был на самом деле? Хотите знать, что я видел? Проклятый чужак ворвался в дом, убил Йоханнеса и ушел, как ни в чем не бывало. Вы же знаете, что это был не я. Напротив, Рид. Я видел ваше лицо. Может, скажете, что у вас есть двойник? Вы убеждены, что это был чужак? Откуда такая уверенность? Поверьте, Окмантец узнает чужака с первого взгляда. С местными вас не спутаешь. Пирс, вы же разумный человек. Может, договоримся? Вы что, пытаетесь подкупить политика, мистер Рид? С чего вы взяли, что я приму подобное предложение? Простите, наверное, я спутал вас с другим Милтоном Пирсом. Но неважно. Знаете, моя дорогая мамочка очень стара и богата. Я буду так скучать по ней, когда ее не станет. Хм, вы шутите? Как бы вам объяснить, мистер Рид? Моей избирательной кампании не помешают дополнительные средства. Значит, все-таки дело в деньгах. Боюсь, финансовые сложности занимают все мои мысли. Если бы они разрешились, я мог бы вспомнить тот день получше. Например, я мог бы внезапно понять, что принял вас за кого-то другого. Вы даже могли бы напомнить мне, за кого именно. Ну, раз так, похоже, у меня нет выбора. Постарайтесь, чтобы все выглядело естественно. И никакой крови. Ковры стоят целое состояние. Знаете что? Возьмите вот это. Профессор Кавендиш посоветовал. Подмешайте ей в какой-нибудь напиток. Как пожелаете. Что-нибудь еще? Мою мать зовут Агата. Сейчас она должна быть в своем особняке. Вот адрес. И еще, Рид, не возвращайтесь сюда. Нас не должны видеть вместе. Какой назойливый чу... Вы Агата Пирс? Я Чарльз Рид, частный детектив. Добрый день, молодой человек. Что вам нужно?
Мне нужно с вами кое-что обсудить. Это касается вашего сына, Милтона. О, нет. Что случилось? Он в порядке? Боюсь, это долго объяснять. У вас не найдется, чем промочить горло? Не волнуйтесь. У меня всегда есть что-нибудь на такой случай. Будьте так добры, принесите из погреба кьянти. Думаю, вам это под силу. Предоставьте это мне. Вот ключи. Берите любую бутылку, но только кьянти. И не стесняйтесь брать хорошее вино. Я храню его для таких гостей, как вы. Счастливо. Удачи. Боже, там внизу вина на целое состояние. Надеюсь, не все бутылки разбились. У нее неплохое вино. Если я его немножко разбавлю, никто и не заметит. Ну вот, теперь тут лошадиная доза стряхнина. Пустая, как сердце банкира. Мой малыш? Что? Да ему здесь все 30. Вот кьянти. С тварями из погреба я разобрался. О, спасибо, мистер Рид. Вы такой отважный молодой человек. Ну, давайте начнем. Может, я скажу тост? Пожалуйста. Пусть сбудутся все наши мечты. Да, пусть Кей будет милостив. Наверное... Это вино слишком залежалось. У него странный вкус. Чарльз, мне нехорошо. Thank you.
Эту дверь будет трудно починить. Мистер, вы Гленн Байерс? Да. А вы кто? Чарльз Рид, частный детектив. На меня повесили убийство, которое совершили вы. Ох, Кей, как вы меня нашли? Говорю же, я частный детектив. Не осложняйте себе жизнь и отвечайте на мои вопросы. Зачем вы убили Йоханнеса Вандерберга? У меня не было выбора. Я честный человек, сэр. У меня семья. Моя милая Эвелин и Майкл. Ее наш сын. Я не хотел этого делать, но их взяли в заложники. Я даже не знал этого Йохана или как там его. Вы знаете, кто это сделал? Это банда. Я никогда их раньше не видел. Какой-то парень дал мне пистолет. Уилл, что ли? Но я не знаю, он ли у них главный. Клянусь, это все, что мне известно. Мы с вами похожи, верно? Как такое совпадение возможно? Я не знаю. Я таким родился. Поверьте, я тоже ничего не понимаю. У вас нет родственников в Бостоне? Насколько мне известно, нет. Моя семья из Провиденса, штат Род-Айленд. Еще одна тайна этого города. Расскажите, как именно все произошло? Они вломились в наш дом, когда меня не было. Я вернулся и увидел, что дверь выбита. Я нашел следы борьбы, а моя бедная Эвелин, моя семья, они исчезли. Почему вы не обратились за помощью к полиции? Надо было заявить о похищении. Я хотел вызвать копов, но они прислали... Они прислали мне... Ах, дрог. Я не могу даже прикоснуться к этому. Оно там, на столе. Мне нужно осмотреть место, где все произошло. Как хотите. Это в соседней комнате. Я запер дверь, чтобы больше никто не вошел и чтобы не видеть этого. Допустим, я вам верю. Вы выполнили их требования. И где теперь ваша жена и сын? Я не знаю. Главарь банды обещал, что отпустит их. Но они так и не вернулись. Прошу вас, я не в том положении, чтобы торговаться, но, может быть, договоримся? Смотря что вы предложите. Я совершил преступление. Я убил человека, а вину свалили на вас. Я признаюсь во всем полиции. Если я отдам оружие, им придется мне поверить. Но сначала я должен убедиться, что моя семья в безопасности. Значит, я должен освободить вашу семью, чтобы спасти свою шкуру. Я вас правильно понял? В общем, да. Вы согласны? Я согласен. Мне не нравится эта затея, но я это сделаю. Спасибо, мистер Рид. Мне бы ваше благородство. Простите, что втянул вас в это дело. Я все исправлю, клянусь. Что мне теперь делать? На пальце обручальное кольцо. Каким надо быть чудовищем, чтобы так поступить с человеком? В конверте лежит записка. Старенький, но чистый и блестящий. С ним явно обращались очень бережно. Похоже, хозяйка была суфражисткой. Здесь была какая-то надпись, но ее стерли, по крайней мере, частично.
креповый шелк и кружево. Наверняка это было чудесное платье. Кажется, в последнее время я не вижу ничего, кроме крови. Некоторые доски совсем новые. На них нет ни пылинки. Боже, кому пришло в голову отбиваться лопатой? Хотя... Джо здесь отлично вышла. Хотел бы я послушать, как она поет. Эту дверь будет трудно починить. Догоните нас, когда закончите. И не тратьте время на то, чтобы вытащить Мартина. Он того не стоит. Не смейте трогать маму! Открывай дверь! Или я ее вышибу! Кажется, я начинаю понимать... Открывай дверь, или я ее вышибу! Не смейте трогать маму! Догоните нас, когда закончите. И не тратьте время на то, чтобы вытащить Мартина. Он того не стоит. Члены банды ворвались сюда и похитили мать и сына. Сын отбивался и сбросил одного из нападавших вниз. Остальные ушли, забрав заложников. Мне нужно попасть в комнату, которая находится под нами. Как это сделать? На кухню? Она заперта. А зачем вам туда? Не ваше дело. Дайте мне ключ. Ладно, ладно. Берите. Я ухожу. Редкий напиток. Похоже, они раздобыли эту бутылку еще до сухого закона. Похоже, сюда кто-то упал. Хорошо, что это был не я. Посмотрим, что тут у него. От такого зрелища просто мороз по коже.
Конец уже близко. Свежая рыба! Привет, Билли. Ты мне тоже приятель. Я слышал, что ты можешь сюда прийти. Зачем вам понадобились Байер? Этим Боргом управляют. Так что вали отсюда. Держать семью в заложниках подло, Билли. Отпусти. Нет, так не пойдет. Байерсы здесь не просто так. Мы их отпустим, когда придет время. Прости, Билли, это слишком важное дело. Пусть победит сильнейший. Вот так, значит? А я надеялся, что до этого не дойдет. Жаль, что тебе придется умереть, Рид. В этом городе есть люди гораздо хуже тебя. Невероятно. На этой карте отмечено все, с чем я столкнулся в этом городе. Невероятно. На этой карте отмечено все, с чем я столкнулся в этом городе. Спасибо, мистер. Я думал, они нас убьют. Даже не знаю, как вас благодарить. А вы кто такой? Вы, похоже... Я частный детектив. Твой отец очень беспокоится о вас. Отец? Вы его видели? Он в порядке? С ним все в порядке, но опасность еще не миновала. Вы можете где-нибудь ненадолго спрятаться? Да, конечно. Поживем у тети Пэка. А что происходит? Нам с твоим отцом нужно уладить одно дело. Он все объяснит тебе, как только сможет. Ладно. Пожалуйста, не давайте его в обиду, мистер. Он хороший человек. Постараюсь. Мне надо идти. Спасибо, что спасли нас, сэр. Вы пришли спасти нас! Вы пришли спасти нас!
Ваша семья в безопасности. Спасибо огромное. Моя заловка только что сообщила, что Эвелин и Майкл уже у нее. Я вам по гроб жизни обязан. Только что теперь? Я должен сдаться полиции? Сначала вы должны написать признание. Ваши показания против показаний свидетеля. Ладно. Я сейчас же отнесу его в полицейский участок. Нет, просто отдайте его мне. И орудие убийства тоже. Оно у вас, верно? Да, сэр. Вот, держите. Отлично. Я все улажу. У вас не так много времени до прихода копов. Проведите его с пользой. Я ухожу. У меня есть доказательство, что я... Покажите. Я нашел в его доме орудие убийств. Не знаю, как вам это удалось, Рид. Но не так-то просто обвинить кандидата на пост мэра. Честно.
Вы прекрасно справились с заданием, мистер Рид. Жду вас в гостинице «Риф Дьявола». Я все вижу, чужак. Наконец-то, мистер Рид. Я слышал о вашем новом расследовании. Это у меня вопрос. Почему вы... Ну что тут сказать? В следующий раз убедитесь... Стрелял не я, и вы это знаете. Мне пришлось... Прокурор с вами не согласится. У них было все необходимое. Жертва, метод, преступник. Остальное так, мелочи. Я всего лишь подготовил сцену. Я... Что... Убьете меня? Было бы забавно посмотреть, как вас обвиняют в моем убийстве во второй раз. Но, боюсь, у нас есть дела поважнее. О чем это вы? Вы прекрасно знаете, о чем я, мистер Рид. О пророчестве, о печати. Вы участвуете в событиях огромной важности. А теперь обсудим ваше недавнее расследование. Великолепное исполнение. Повешение состоится на следующей неделе. Скажите, мистер Рид, зачем вы это сделали? Зачем обвинять такого высокопоставленного человека в преступлении, которое он не совершал? Он дал показания против меня и собирался убить свою мать. Верно. О его продажности знали все. Но только вы решили что-то предпринять. В любом случае, эксперимент удался. Можете считать его репетицией своего главного испытания. Я не понимаю... Зачем вам все это? Вы направляетесь во тьму, мистер Рид. Я даю вам опыт, без которого вы не сможете ее преодолеть. Хватит загадок, Йоханнес. Если вам от меня что-то нужно, так и скажите. Я и говорю. Просто вы не слушаете. У вас великая судьба, непостижимая судьба. Да как... С чем по... Совсем. Вы страдали. В отличие от бесчисленного множества ваших предшественников, вы действительно можете это сделать. Исполнить пророчество. Вы хотите сказать, что... Печать Ктигонаара в ваших руках. Это ключ от врат и всего, что скрывается за ними. Вы можете закрыть их, чтобы человечество влачило свое жалкое существование еще несколько столетий. А можете открыть и покончить со всем этим. Именно так вы и поступите. Зачем? Зачем мне все уничтожать? Потому что иначе ваша жизнь ничего не стоит. Бесчисленное множество людей, принесенных в жертву по воле неведомых сил. Но наши жертвы были не напрасны. Одну войну. А сколько их еще будет? Такова человеческая натура. Вы рождаетесь, чтобы страдать. Словно мартышки в открытой клетке, люди не желают ее покидать. Но вы можете все изменить, Чарльз. Покончить с этим раз и навсегда. Пожалуй, в этом я с вами согласен. Прекрасно. Марионетка наконец-то рвет свои ниточки.
Не бойтесь, я всегда буду рядом. В Окманте есть археолог, который уже почти разгадал тайну Ктигенаара. Вам понадобится его помощь, чтобы попасть туда. Его зовут Джозеф Хилл. Поговорите с ним и постарайтесь расположить его к себе. Вот адрес. Серьезно? Вы даже не знаете, как найти Ктигенаара? Если бы я это знал, мне бы не понадобился частный детектив. Это неправильно, Йоханнес. Истина не зависит от того, верите вы в нее или нет. Прощайте, Чарльз. И не теряйте больше печать. Как говорится, больше никогда.